Всем привет. Complex, I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Truly Play, первый серии. И сегодня будет довольно-таки необычное видеоролик, потому что видео подобного характера я никогда не снимал и не собирался снимать, в принципе, но я решил записать вот такой видеоролик. Думаю, по названию ролика вы все поняли. Это не кликбейт, или как он там называется, в принципе. Действительно, Ричи и Де Лорензи начали играть в криминалку. Да ну нахуй! Я не знаю, надолго это или нет, как бы. Думаю, все смотрели видеоролик у Ричи на канале. Кто еще не смотрел, обязательно посмотрите. Я посмотрел видеоролик до конца. Ну реально, у них очень прикольно даже получилось поиграть на Мазинге. Да, действительно, они играли на Мазинге, но только на четвертом сервере. Не знаю, была это лишь очередная реклама, либо они действительно будут играть в криминалочку на Амазинге. Если они будут действительно играть на Амазинге, я думаю, это будет очень даже круто. Это просто охуенно. Я бы хотел встретить их на сервере, как бы. Рич я не смотрю как бы особо, но буквально недавно наткнулся на него видеоролик. И решил вот такой видеоролик я записать. Я подписан на Де Лорензи, постоянно смотрю его видеоролики, но именно снимал Ричи. Де Лорензи, у Де Лорензи видеоролика не было. И то это видео у Ричи вышло еще 28 сентября. Но я его только обнаружил сегодня. Но было бы действительно очень круто, если бы Ричи и Де Лорензи играли бы на Мазинге. Неважно на каком сервере из 7. Но это было бы действительно очень круто. Если вы со мной согласны, поставьте обязательно лайк и напишите об этом в комментариях. Я знаю, что у них как бы аудитория это в основном это самп и только самп, но было бы действительно круто, если бы они снимали Амазинг. Реально, это было бы очень круто. Я бы с радостью смотрел их видеоролики. Потому что ютуберов, которые снимают Амазинг, именно какие снимают очень крутые серии там и так далее, за себя не буду говорить, потому что не хочу там, типа, я снимаю охуенные ролики. Я снимаю для себя в первую очередь, мне мои видеоролики нравятся. Но имею в виду, что нету таких там ютуберов, там, которых по 100 тысяч и выше, которые снимают Амазинг и снимают его очень даже круто. Крымского я на самом деле не смотрю. Поэтому было бы очень круто, если бы Ричи и Де Лорензи снимали бы на Амазинг. И, возможно, бы Ричи снимал бы Админ Будни. Это было бы действительно интересно. На видеоролике, на видео, которое он снял по Амазингу, четвертому серверу, набралось там около 35 тысяч просмотров. Я думаю, это довольно-таки неплохо. Из того, что у него аудитория в основном это самп и только самп. Поэтому было бы действительно круто, если бы он начал снимать на Амазинге, ну, то есть вообще криминалочку, было бы действительно круто. И взял бы с собой Де Лорензи, чтобы Де Лорензи и Ричи играли на Амазинге. Потому что они именно первый видеоролик, по-моему, Ричи по КРМП, возможно, не первый, я не особо за ним слежу, на него не подписан, но периодически смотрю его видеоролики. И было бы действительно круто, если бы они снимали криминалочку. Потому что у Ричи я до этого не видел видеороликов по криминалке. А тут я такой, буквально минут 15 назад смотрю, наткнулся на это видео. Я, честно говоря, охренел. Я думал, ну, как бы сначала не поверил в то, что там написано. Но это действительно круто. У них неплохо получилось. Но как говорил Де Лорензи, я видос просто хотел, вы тоже посмотрите. И давайте напишем все в комментариях то, чтобы Ричи Де Лорензи, ну, в комментариях под видео Ричи, чтобы они начали снимать криминалку. И у меня только что просто так пропал номер. Де Лорензи не нравится в криминалке то, что она непредсказуема, так, не оптимизирована, то, что краши там лагает и так далее. На видосе Де Лорензи говорил Ричи, что
там у него маленький FPS в криминалке, и его это не устраивает. И он не может нормально снимать. Я не знаю, почему, с чем это связано, потому что, ну, как бы у De Lorenzi комп, в принципе, я думаю, нормальный. Но было бы круто, если хотя бы кто-то из них один снимал бы Амазин криминалочку. Было бы действительно круто. Если вам нравится, так бы, такая идея, это было бы действительно круто, то обязательно поставьте лайк и напишите об этом в комментариях. Мне интересно, как бы, кто поддержит мою такую идею, чтобы они снимали. Конечно, я знаю, что меня они не услышат, не увидят, не послушают, но согласитесь, идея таки неплохая, потому что мало именно годных таких ютуберов, которые снимают Амазинг, вообще криминалку. И было бы довольно-таки круто, если бы они начали снимать и играть. Хотя бы один видосик в неделю было бы даже очень круто. Только длинные видосики. Ну, на этом у меня, в принципе, все. Я вам рассказал, высказал свое мнение, как бы, мои эмоции. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Посмотрите обязательно видеоролик Ричи, как он с De Lorenzi играл в криминалочку. И давайте напишем все, кто посмотрел этот видеоролик, в комментариях, чтобы Ричи и De Lorenzi снимали и играли на Amazing Roleplay. На этом все. Всем пока-пока. From the outside, I was from the north.